Я не представился, ребят, вам, потому что я заторопился, опоздал. Но, может быть, вы знаете, я заведующий кафедрой. Зовут меня Эдуард Александрович, фамилия моя Розовский. Я, кстати говоря, в этом году и курс набирать буду. Работаю я, в общем, работал всю жизнь на Ленфильме. Снял я 78 картин. Из этих 78, наверное, кое-что вы видели. Более всего мне нравятся мои сказки, которые я снимал, на которых, наверное, вы воспитывались. Это и «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», и «Ослиная шкура», и «Царевич Проша», и там, ну и так далее. В общем, я их снял 9 штук. Ну, а из тех наиболее популярных картин это «Начальник Чукотки», «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни». И 15 лет я уже в университете кино и телевидения, значит, занимаюсь с ребятами и радуюсь и горжусь тем, что мои ученики сегодня уже вышли на большой экран, и многие картины, которые, может быть, вы видели,